И всем кукушеньки, дорогие друзья. Сегодня с вами я, допустим, это мой друг Зиган, и это мини-игры на лицензии Майнкрафт. А это сервер hivemc.eu. Зиган. И всем привет, дорогие смотрящие, вы на канале Зигана, допустим, с вами я, Зигана, допустим, мы играем в мини-игры на HMC. Тут очень много режимов, но мы пойдем на блок-пати, может, к сожалению, а может быть, к счастью, но в остальные мы тоже поиграем. У тех, у кого есть лицензия, могут просто как бы без проблем зайти поиграть, потому что ссылку, точнее не ссылку, а IP на сервер мы оставим в описании под этим видео. И так что если у вас есть лицензия и вот этот IP вам, ну и интернет, конечно же, то вам ничто не помешает, так сказать, зайти и тоже поиграть в мини-игры. А если у вас нет интернета и вы нас смотрите, то я не представляю, что вы за маг грёбаный. Но почему? У некоторых, может быть, как бы на компьютере нету, на телефоне есть интернет. Ну, там 3G, там дофига, сим-карта дофига. Понимаешь, а я говорю, что именно на компе. Вот, надо уточнить все-таки. Ну, вот и я о том же. Поэтому, да, так, на какую? По селёдке давай. Какую? Давай его, BP5. По селёдке. Окей, вижу. Ну, давай пятерочку, окей. Зашел. Как видите, 150 секунд, но на самом деле нет. Если вся эта комната заполнится 20 человеками, то останется, по-моему, то ли 60, то ли 50. 59, я запомнил. Да, 59, ну, значит, все-таки 60. Ну да, 59 и все. И тем временем, вы узнаете правила этой игры, ну, хотя, мне кажется, блок-пати. Ну, мне кажется, по ходу они разберутся, когда мы начнем играть. Хотя, кто не видел, кто не играл. Кстати, да, стойте, мне кажется, весь. Вот, кстати, его новый скин. А, ну да, точно, как я мог забыть! Это же возвращение старого скина, которого называют Зулусиук. Я его называю, а, допустим, галантно его называют Зулусик Окей. Зулусик Окей. Да. Это возрождение, так сказать, моего старого скина. Теперь я со своим старым скином на лицензии не буду играть за какого-то там братягу, блю, экзорциста. Теперь это мой скин. Хотя ник меня не очень-то и прёт, как и самого, допустим, он ржал над ним полчаса. Хотя вру, где-то 30 секунд. Но все же да. Но зато это мой скин. Правда, мне пришлось его снова нарисовать, потому Итак, что игра тот начинается. Я просрал благополучно. Окей. Ну, да, то есть, да. Справа пишется, сколько народу сейчас участвовал. Чё, серьезно? Вот это поворот событий. Ну, вы уже, скорее всего, поняли, какой цвет вам дают, так сказать, в руки, ну, и показывают у вас в инвентаре, и то на тут надо и наступать, чтобы вы не упали и не проиграли. Так, красный. Где красный? Вон он. А я к тебе пришел. Привет. Ку-ку! А, некоторые слились. Осталось 15 дансеров. Дансеры это мы, если кто не понял. Так, блюк. А, это не тот цвет. Успел, да, я допрыгнул. Собака, я тебе поверил. Такой, взял, встал, я к тебе просто подошел. Это не тот цвет, взял, шел такой. И меня кинул собака. Вот, это тоже не тот цвет. Все, кирдык, ну, да. Ну, это было красиво, я все-таки пережил еще одну волну, как ни странно. Ну, просто на последний, кстати, раньше. Давайте посмотрим, кто выиграет. Это все лишь три осталось. Да. Раньше, если вы прыгнули и блоки под вами исчезли, то вы просто как бы сталкивались с невидимую стенку и падали вниз. Но теперь это исправили, и это хорошо. Потому что именно благодаря этому я попал на все-таки на тот цвет, который нужен был. Угу. Опа, все, отлично. У нас есть победитель, и это какая-то баба. Это же баба или нет? Вот так, дорогие друзья. Подойди поближе к трибунам, собак. Нет, это мужик с очками. Ступотняк Зверев был. Хрен поймешь, баба нет. О, давай BP10. Да. Да, вот и я там. Но у него были очки, как у Гарри Поттера в былые времена. Это сейчас он уже не Гарри Поттер и в очке не маг фигов. Так что, да. Кстати, вот эти какого секунды, вот эти секунды, вот которые мы сейчас ждем, это специально для вас, дорогие друзья, чтобы вы наконец-то принесли там, сходили там за пельменями или там чай, там я не знаю, у меня в данном случае кола взяли и просто приготовились и смотреть, так сказать, игру. У вас еще 38 секунд, дорогие друзья, да, вот так вот. Вот таким вот образом мы ждем. Что ты хотел сказать? Кстати, посмотрите, что в небе творится. Это, как я понимаю, все-таки град. Потому что
поскольку снова скоро Happy New Year, так сказать, то есть Новый год, то снег идет льдом и фонарями. Моя теория это была, что это как свет лучи. Знаете, в дискотеках раньше был луч, и там везде стекла, чтобы эти лучи, так сказать, световые отражать, и получилось как светомузыка, я не знаю, вот так вот. О, сосулька, и круто. Ну, вы меня, надеюсь, поняли, и это была моя теория, когда мы это увидели. Ну, может быть, допустим, мы реально прав, может, это так оно и есть, о. Буква I. White. It's white, it's white. Сейчас я солюсь. Нифига себе, чувак слился все же. Он прям, знаешь, вот рядом стоял, он, скорее всего, надеялся, что он там стоит. О, оранж, а я на нем и стоял уже. Хорошо, так оно и есть, это мой оранж. Ничего никто не слился. Знаете, когда вот... он специально ушел, он стоял на правильном блоке. Знаете, это когда вот вы все равно думаете, что вы стоите на правильном блоке, и когда исчезает пол, вы такие... наконец. У меня всегда есть доля сомнения. У меня сейчас сомнения очень большие. Нифига себе, вот это поворот событий, я на правильном стоял. Я тоже поздравляю, коллега. Так, это Блэк? Это Блэк? Это Блэк, не Блэк? Это Блэк, не Блэк? Это не Блэк, это не Блэк. А, это Блэк. Нифига себе, коричневый Блэк, отлично. Так, это что? О, Yellow. Это Yellow? Это Yellow. Это Yellow, да. It's Yellow, желтый тайм. А там кто-то в чате написал, yes! It's my yes! Ой, это что, это? Это это? Это нет? Почти угол, почти угол, почти угол. Ха-ха! Это. Это оно, это. Хорошо. 12 дансеров, кстати, то есть у нас его туча. Так, оранж, а я уже на оранже стою. Хорошо. Никто не слился. А вы обнаглели, что ли, люди? Мы же сейчас сольемся, я уверен. Ну я тоже. Так, это оно? Нет, это не оно. Вот это оно, надеюсь, это оно. Очень сильно надеюсь. О, спасибо. Спасибо, что подсказал. Опа, и что это? Это плохо? Так, нет. Это что, это где, это где, это, ну, нет, где это... Где я стою, это не... О! Один блок, один блок меня отделял от поражения, знаешь. Согласен, согласен. О, это оно? Что? Это я на нем стою, нет? Допрыгнул! Да. Там одна типка такая кивает головой, типа, да, он допрыгнул, да. О, это где, это где, это... Уе! Где? Я не успел! Я не успел добежать! Согласен. Я даже. Я видел, где люди стояли. Я уже туда бежал, но не успел. Осталось 5 дансеров, 7-я волна. Ну, мы были близки, кстати. Ну давай чуть-чуть подождем, если они долго. Давай подождем чуть, если как бы вот будет очень долго, то, пожалуй, мы пойдем на еще одну игру и на этом уже пора заканчивать. Потому что. Потому что у нас 60 FPS, как бы, а это очень долго рендерить, хоть и маленькая. Хоть и маленький промежуток времени. Так, и кто же выиграет? И. Окей, это еще не решающий раунд был. Как вы видели, там этот человек подобрал лампу, его TNT взорвало. Так что эта лампа это вроде как и хорошо, вроде как и плохо. Ну, это надо полагаться на рандом. Это она может сделать как бы тот цвет, на который нужен под тобою. Все отлично, у нас есть победители. Это короче. Да. Вот это девка, да? Вот ей респект и уважуха, реально. Девка сослушивает респект, вот реально. Вот это круто, вот это вообще отмочило так оттащи. Заметь, кстати, у нее какие-то алмазные ботиночки были. Может, это какой-то баф для випов там. О, БП-10. БП-10 туда люди набирают. Прям так. Хорошо, БП-10 это у нас чуть правее. А, все, я зашел, отлично. То есть, да, если вы успели заметить, я вроде бежал к елке, ну, надеюсь, вы успели ее заметить. То есть Новый год вот-вот уже на пороге, хотя целый гребный месяц, но уже все готовятся, как будто Новый год через неделю. Но я с этим не согласен, так что даже по старому стилю Новый год довольно-таки не близок. К сожалению, может быть и к счастью. Ну, для кого к счастью? Это что должен быть за такой человек, который не к счастью Новый год? Ну, знаешь... Не, ну хотя да. Представь себе какого-нибудь человека без определенного места жительства. Мы тут не выражаемся как бомжи. Вот так вот. Короче, представь себе какого-нибудь человека без определенного места жительства, который сидит там, я не знаю, может там на скамейке, на помойке. Ты думаешь, ему Новый год мил? Ему же холодно, просто жесть.
жесть. А как он узнает, что Новый год? Ну, блин, гирлянды в магазинах пишут. Через смартфон узнает. Нет, а почему? Вообще, в Новый год выходят все люди гулять, как бы, и салют. А на главной площади города, ну, по крайней мере, у меня, там салюты происходят, концерт какой-то идет. Вообще, как бы, видно все так. Ну, например... Пропалил свой город, блин, пропалил. Окей. Запикаю свой город нафиг. А может, ну, и не запикаю. Ну, мне похер. Окей. Есть некоторые помойки, которые находятся в лесу, и в лесу хрен ты узнаешь, если сают... Делать ему больше нечего, знаешь ли. Ну? Как здесь делать? Не, ну вот, реально, ему реально не мило, ему реально холодно. Если даже он не знает, когда Новый год, то все равно в магазинах, рядом с магазинами пишут, типа, вот, с Новым годом, у нас там распродажи дофига. У меня сейчас уже на магазине это написано, так что это, в принципе, ничего не говорит. Ну, я имею в виду, что скоро Новый год, понимаешь? И он ему не мил, потому что он думает, блин, только Новый год, это сейчас уже холодно, понимаешь? Сколько ему еще надо пережить, понимаешь? И он Новый год не мил. Поэтому все, мы знаем, кому Новый год не мил, так. Еще, мне кажется, не мил он тем, кто в Новый год работает. То есть врачи, полицаи. Почему? Это как, так сказать, это, смена на придет. Ну, да, то есть, может смена, быть, потому что он может работать врачом, но у него выходной, например, Новый год. Зато в Новый год вдвое больше платят. Если она тоже пошла. Ну. Платят, ладно. Какая разница? Посветлело, круто. Ты меня понял. Да. Блин, я на правильный цвет бежал, и меня люди отвлекли, они туда встали. Я такой, может, я неправильно побежал, пришел к ним, и я упал. Из-за них просто. Не надо быть стадным чувством иметь, понимаешь? Угу. Как бы сказали взрослые, типа, если тебе скажут, прыгни, ты что, прыгнешь, да, тебе? Ну ты это и сделал, как бы, так что. Так, народ. Ну, тем не более, упали, да. Ну что, болеем за допустимое. Верим в него, хотя... Не надо за меня болеть, я сам поболею, так что... Не надо за меня мой хлеб, собака, да. Не надо отбирать мои выходные школьные, да? Да. Чего, окай, ресницами. Так, Атя! Так, все, моя светлота пропала. Кстати, скорее всего, все знают, что у нас, ну... Как бы все должны знать, что мы писклявые школьники. Где? О, ты это прыгнул! Вот это вообще экран. Жалко, что тут Оптифайна нету. Я бы через Zoom посмотрел на Ктрл. Браун? Доктор Браун. Спасибо. Все, отлично. It's Доктор Браун тайм. Опасно. Все, скоро мне кирдык. Я... Вайт. О, ты прям на него встал. Так, что никто не упал? Да хорош. Вас еще пятеро. Давай, ты выиграешь. Это будет отличное завершение. Где? Ну, тут допрыгнуть было не, к сожалению, возможно, но... Ну, давай досмотрим. Их всего лишь трое осталось. Сейчас вот опять баба выиграет, мне кажется, вот, которая сейчас перед нами прям вплотную. А это же, а мне кажется, или это она и есть, как бы, тоже с ботиночками? Нет, по-моему, та, которая выиграла в предыдущем раунде, она самая первая слилась, если не ошибаюсь. Не, смотри, у нее тоже алмазные ботиночки. А, ну, в принципе. Хотя... О, откуда, что? Да, а? Мне одному показалось... Тоже ты видел, да? Да, ты вот взял, вышел из трибуны. Дабл игрок, и корова маленькая. Он взял, вышел, как бы вышел из трибуны, я тоже хочу поиграть, как бы. Всё, она проиграла, вау. Не, ну реально, такое чувство, типа, я тоже хочу поиграть, типа, и... Победил какой-то Человек-паук, так что поздравляем его с этим, и, наверное, заканчиваем эту серию. Ну да, пожалуй, уже заканчиваем, так что вспоминайте вот этот скин IP, тоже о нем не забывайте, оно в описании. И на этом мы с вами прощаемся. С вами был Зигана, допустим, и до следующих видео. И думайте, какая будет следующая мини-игра. До свидоса!